привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня хочу поделиться впечатлением о корейских средствах по уходу за лицом. Хочу сразу сказать, что все средства были куплены мной, а не присланы на обзор. И первое средство, о котором я хочу рассказать, это две коллагеновые маски. Первая это с экстрактом слизи улитки и вторая с маслом чайного дерева. Обе они хорошо подходят для проблемной кожи, и у них замечательный эффект проявляется тактильно. Кожа очень мягкая. Второе средство очень известное. Это известный продукт от Тони Моли, гель с экстрактом слизи улитки. Он хорошо увлажняет кожу, его можно применять как на лице, так и на теле. Но могу сказать, что у моей проблемной кожи он не особенно подошел, потому что все-таки вызывал высыпание. А вот на теле и на руках он справляется с сухостью на отлично. Впитывается он буквально за считанные секунды, но если переборщить, может оставить липкую пленку. Интересный продукт, вот такая маска-пленка с чайным деревом для проблемной кожи. Она должна сниматься именно как пленка. Это порошок, который разбавляется обычной водой или специальным разбавителем, но снимается она пластами, и особого эффекта на своем лице я не заметила от нее. Так, легкое увлажнение. Интересные два продукта, вот такие две умывалки от фирмы Энести или Энести, не знаю как правильно, одна с экстрактом шиповника, вторая с лимоном. Они достаточно плотные, очень хорошо пенятся, достаточно маленькой горошинки. Влюбилась я вот в такую умывалку с экстрактом алоэ, очень хорошо очищает кожу буквально до скрипа, при этом не стягивает и не сушит. Структура у нее также плотная, достаточно одной горошинки для того, чтобы взбить пену, которую хватит на все лицо. Запах очень приятный и нежный. Но мой безусловный фаворит и любимчик это вот такой гель алоэ вера от фирмы Choice. Он невероятно легкий, он впитывается за секунду, не забивает поры. Единственное, что я не знаю, подойдет ли он на сухой коже, поскольку на моей жирной коже он увлажняет идеально. Для жирной кожи, особенно на лето или на весну, я считаю, что это просто идеальный вариант. Ощущение, что вы умылись прохладной водой. Вот такие корейские продукты я испробовала на своем опыте. Если вы тоже пробовали какие-то корейские продукты и остались ими довольны, поделитесь в комментариях. Если мое видео было для вас полезным, ставьте пальчики вверх и заходите на канал в следующий раз. Пока-пока!